Здравствуй, друг мой. Я сегодня покажу тебе, как легко и просто завязывать знакомства и брать у них номера телефонов. Сейчас зайдем в это заведение, посмотрим, что как, какие цены. Очень добротный снаружи. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас какое-то мероприятие или можно заходить? Можете заходить. Можем заходить. Вот видите, меня так приветливо здесь встречают, приглашают, зайдем посмотрим. Приветствую вас. Вот такие приветливые здесь ребята. Какое время у вас здесь многолюдно? Да? Какое время многолюдно бывает? По вечерам. По вечерам, да? Музыка играет. Танцует. Музыка, дискотека, разная. Ну, отлично. Прекрасно. Здесь у вас двор, да? Та территория тоже ваша? Да. Я пойду посмотрю. Как вас зовут? Апай. Апай, очень приятно. Вы давно здесь работаете? Недавно. Недавно, да? Откуда ты? Семипалатинск. Семипалатинск? Там мужа с Ульнара живет. Я приветствую. Полжа Сулейменов в Семипалатинск? Да. Я из Нью-Йорка. Нью-Йорка? Да. Вот приехали на экспо. Да, и сейчас вот приехали отдохнуть здесь. Телефон, визиточка есть у тебя, Вай? Нет визиточки? А ты назови свой телефон. Я... Пишет, да? Вот как что-то не вижу. Да, пишет. Свой телефон назови. Я с Абаем познакомился, я ему сделаю хорошее бизнес-предложение, от которого он не сможет отказаться. Но это будет потом. Давай, Абай, пока. Как давно открылись? Как? Как давно открыли? Как давно? Да. Вот этот ресторан недавно открылся. Недавно вот, открылся. Да, в эту субботу. Ага. Было открытие. Так, в эту субботу, значит. Да. Еще многие не знают. Еще многие не знают. Нет, да. Почему? Этот ресторан вообще, он сам по себе известный в Боровом. Да, как все... называется? Это Азия. Азия. О, да, все гости сюда к нам приезжают. Ага. Что да. Здесь такое достопримечательное? Достопримечательное? В ресторане у вас. Кухня. Там... Кухня и вообще у нас как ресторан, он сам по себе такой необычный. Угу. Знаете, вот. И у нас есть ночной клуб. Лаунж это получается. Да, это с той стороны, можете туда пройти. Могу вас сюда провести. Это получается у нас после 11 там идут входные. Uh-huh. Это с человека 2000 тенге. Uh-huh. Это получается до 3 ночи работает. Это там просто у нас свой входной? Диджей, да, или это... в 2000 что-то входит? Ну нет, это просто входные, просто да. Входные. Потом уже можете ну, дальше заказывать. Да, да. Да. Понятно. Вот так вот, да. А вы откуда приехали? Я из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка приехал на, да, на экспо приехали и решили сегодня вот здесь 2 дня отдохнуть. Посетите наш ресторан. Ну мы вечером. Да, обязательно. Поэтому да. Я сейчас просто так смотрю, осматриваю, где да, хорошее да, место, куда можно приехать. Потом, как звать? Меня Хазбек зовут. Хазбек? Хазбек, да. Хазбек, очень приятно. Адильбек. А вас как зовут? Меня Садрич зовут. Очень приятно, Садрич. Так, Хазбек, телефон называй. Телефон свой назвал? Да, громко говори. Я почему сейчас, ты меня занят, я не могу туда сейчас ввести. Да, конечно. Потом я перепишу, я вам сообщение пришлю. Да, конечно, любой момент, 24 часа. Было очень приятно, Зен. Конечно, вам тоже надо. Счастливо. Счастливо. Вам тоже счастливо. Бай-бай. До свидания.
брат. Ты телефон свой назови. Телефон? Ага, громко, чтобы я... Да, номер, свой телефон номер. Мне было очень приятно, я удовольствие получил у вас здесь. Я тебе потом позвоню, сообщение пришлю, хорошо? Давай, счастливо. Вот я познакомился с Володей из Кокшетау. Очень приятно. Вас как зовут? Меня зовут Садрич, Володя. Садрич, да? Да-да. Очень приятно, Садрич. У Володи это просто работа, но у него свой бизнес. Он бизнесмен. Поэтому мы быстро с ним сговорились, близкие по духу люди. Поэтому сейчас вот Володя мне назовет свой телефон, я потом это вырежу место, а остальное оставлю для памяти. Конечно. Там. Так, 8707. Мой контактный телефон. Отлично. Я буду присылать линк, там посмотреть что-то или какое-то интересное сообщение. Хорошо. К рассмотрению. Как мы с вами будем, получается, сотрудничать, я да, так понимаю. Да, 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 да. Вы будете мне присылать как бы интересные... Да, да. Да, а я интересную буду с вами информацию, да. Да, да. И мы с вами будем сотрудничать. Понравится, значит, мое предложение. Будем вместе сотрудничать. Хорошо. Будем путешествовать, странствовать, вот так. Все, очень приятно. Бизнес он сам будет работать. Это отлично будет. Да. Ну, как бы, бизнес он на нас, он должен и работать. Правильно, правильно. Деньги должны на нас работать. Да, не мы ради денег, а деньги работать должны на нас. Ну да, Володя, вот счастливо. Давай. Приятно вам отдохнуть. Хорошо, спасибо, Володя. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Хорошо, Володя. Теперь, Маша, дела. А давайте познакомимся заодно сразу. Татьяна. Очень приятно. О, как приятно, милую ручку пожать. Вы откуда? Караганды. Номер телефона надо. Нет, я замужем. Ничего. Я с мужем подружусь. Я не для этого, для бизнеса. Если вдруг вам мое предложение вам и вашему мужу понравится. 8707. Выразительно повтори, как в школе. Повторяй мамин телефон. 8707. Я потом это вырежу, когда я буду публиковать там. А это я уберу, телефон обязательно уберу, я это для себя. Хорошо. Всего вам хорошего. Спасибо. Вдруг вам Бог даст, в Караганде встретимся. Обязательно. Вот таким образом, поехав на отдых в курорт Боровое, который называют Малой Швейцарией, я прекрасно отдохнул, и к тому же еще я совместил приятное с полезным. Я познакомился со многими людьми, взял их номера телефонов, и теперь буду с ними дружить. Я буду им предлагать свой бизнес, делать рассылки. Выбор, конечно же, остается за ними. Если понравится мое предложение, значит, будем сотрудничать в дальнейшем.